Вы, наверное, уже заметили, что мы любим бывать в гуще городских событий. А еще мы неравнодушны к братьям нашим меньшим. И сегодня съемочной группе телеканала «Краснодар» удалось побывать на мероприятии, где концентрация собачек и кошечек просто зашкаливала. И благодаря которой мы узнали, где в Краснодаре находится Воронежский бугор. Подробности у Анны Володиной. Мухтары, мухи, туманы и прошки. Сегодня в Центральном округе прошла плановая вакцинация животных от бешенства. Жители ТОСов номер 305 и 308 пришли со своими питомцами на Воронежский бугор. Это район частного сектора рядом с поймой реки Кубань, если ехать от Адыгейской набережной. Всего около 40 усатых и хвостатых. Причем кто-то уже не раз делал прививки, а кто-то пришел впервые. Некоторые, например, вот этот хаски, показывали характер. Большинство же спокойно ждали своей очереди. Что это у нас за малыш тут такой хороший? Ты уже привитый? Нет, еще не привитый, но отметочку в паспорте сделали. У нас паспорт, все как положено. Скажите, пожалуйста, вы первый раз будете прививаться? Да. Ага. А сколько вам? Нам 6 уже. Все, с кем мы сегодня общались, сошлись во мнении, дело это нужное и важное. Поэтому краснодарцы с удовольствием приводят питомцев на вакцинацию, как только узнают место и время. К слову, каждый год оно примерно одно и то же. Так положено по календарю прививок. Кошки, собаки, все у нас здесь бывают. Всех мы прививаем, желаем им здоровья крепкого, чтобы они у нас росли здоровыми. И самое главное, конечно, огромное спасибо нашему и главе округа, и администрации нашей центрального округа, что вот такая забота проявляется вот к нашим жителям. Между прочим, приятно удивил медперсонал. Врач одет в белый халат, все вакцины в герметичных упаковках, шприцы одноразовые, настоящий веткабинет на свежем воздухе. Пациенты идут нескончаемым потоком, что неудивительно. Здесь животных прививают бесплатно в рамках государственной программы, а не за деньги, как в частных клиниках. Эта акция проводится все время, постоянно, не только вот сюда мы приезжаем, на эти улицы, в этот квартал, каждый год, чтобы люди могли, это была вакцинация более доступной. Иногда бывает нет возможности отвезти куда-то животное, и для этого мы приезжаем сюда. Но мы делаем эту вакцинацию в течение всего года по всем садовым товариществам, по всей территории города Краснодара. Добавлю, бешенство – неизлечимое смертельное заболевание, опасное для человека, а домашние животные могут заразиться им от полевых мышей. Мышей, крыс и ежей. Поэтому единственный способ обезопаситься – это прививать своих питомцев. К слову, в прошлом году по федеральной программе вакцинации в Краснодаре от бешенства привито около 20 тысяч животных. И уже с начала 2019-го – более 1000. Пока кто-то возмущается по поводу большого количества бездомных животных на улицах Краснодара, кто-то заботится о своих, пусть и не всегда породистых, друзьях. И делает все, чтобы их питомцы были здоровы. Анна Володина, Алексей Попов, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».